Алиэкспресс появился новый шампунь от Schwarzkopf. 350 миллилитров, 99 рублей. Извините, так буду сегодня разговаривать, потому что не могу. Полетел пух, и голос совсем у меня пропадает. Затем вот такой шампунь Winter Shoulders. Цитрусовая свежесть. Шампунь против перхоти. И такой. Два в одном. Ментол. Охлаждает кожу головы. Шампунь и бальзам ополаскиватель. Против перхоти тоже. Ого! 199 рублей. Объем 400 миллилитров. 199 рублей. Круто. Такой я вам уже показывала шампунь. Останавливающий 77 рублей. Тоже 400 миллилитров. Такой вот шампунь для волос. Система укрепления. 55 рублей. 400 миллилитров. Для всех типов волос. Какой я не видела еще для сухих и ломких волос. Девушка с такими волосами. Терапия масел. Крем хна. Темный каштан. 100% закрашивания седины. С маслом органы и жожоба. Так, сейчас посмотрим, какие еще цвета есть. Натурально русый. Жемчужный блондин. И всякие там разные тоже есть. Сейчас до рыженького дойду. Вот еще ярко-рыжий медный. А вот еще шоколад. Если кому неприятен мой голос сегодня слышать, можете переключиться, я не обижусь. Смотрите, какие у нас появились восковые полоски для депиляции. Экстракт мяты и витамина Е. 20 полосок готовых к применению. Крем-гель после депиляции. Гладкая кожа до 4 недель замедляет рост волос. На основе натурального воска. А это полоски для лица, для депиляции лица. 20 полосок готовых к применению. Тоже все самое, только для лица. Стоят такие полоски 55 рублей для лица. Для этого я не вижу. Для ног сколько. Так, теперь давайте посмотрим новые игрушки Визгун. В виде баночки Кока-Колы или чего там. В общем, в виде железной баночки. А, Dogbear какой-то. Ну, как всегда, наверное, неправильно прочла. Вот такие мячики с кепками. Хот-доги. Прям как настоящий. Классный. И сланцы. Пожалуйста. Кто любит грызть обувь с собак? Хороший. Мини-вентилятор для мобильного телефона. Удобный гибкий корпус. Незаменимый помощник в жаркую погоду. Интересное решение. Такой мини-вентилятор.
рукой к ноутбуку, компьютеру. Светильник светодиодный, позволяет легко регулировать направление света. Гелевые ручки для тонкого письма. Идеальные для, идеальные для тонкого письма 6 штук. Такие набор шариков ручек. Черные и синие чернила. Носочки из хлопка появились. 80% хлопок, 5 лайкра и 15 полиэстер. А, полиамид. Вот такие беленькие, голубенькие, розовые. Такие беленькие. А это такое ощущение на широкую ногу. Хлопок 95% и ПА 5%. Пяточка и носочек усиленные. Они прям видно, что они широкие. Многие, наверное, скажут, ну нет у тебя голоса, сиди дома, какого хрена поперлась. Вы знаете, это вот уже дело привычки. Я уже просто не могу. Если ты постоянно занимаешься одним и тем же делом, сидеть дома просто так, когда у тебя ничего не болит, а просто нет голоса, я не могу. Вы уж меня извините. Смотрите, какие мочалки фигурные. В виде апельсинчика, клубнички. Внутри поролончик, а сверху, наверное, как тряпочка из микрофибры. Похоже. 77 рублей. Такая вот, 55 рублей, варежка для душа. Тоже там внутри как бы поролончик, а сверху тряпочка. Расцветочки можно подобрать разные. Мне кажется, вот это удобно, может быть, макияж снимать вот этой стороной. Мицелляркой раз и снял. Пряжа для вязания. 99 рублей. Такой расцветки не видела. Такая рябая. Наволочки на подушке. Смотрите, какие пушистенькие. Но они чем-то забитые. Их надо чистить. Белые вообще так забитые. Коричневые. Такие бежевые. Темно-коричневые. Эти больше с рожатой, а это коричневые. Такой, как вариант, неплохой. Прям на барашков похоже. И на ощупь мягкая-мягкая. Вот кроме белой я бы все хотела. А белая что-то мне не нравится. Стоимость такой наволочки 55 рублей. Да, размер не сказала. 40 на 40, но мне кажется, они 45 на 45. Такие наволочки. Тоже, наверное, 40 на 40, но они побольше. Все одной расцветки. Смотрите, какие корзиночки. Не помню, были они, не помню, не были. Такие нежные, красивые. Я не помню такие. Сейчас еще посмотрим, какие-то увидела. Вот еще какие. Тоже симпатичные. 55 рублей. 55 рублей. Ажурный с крышкой. 25 на 20 и на 10 высотой. А вот смотрите, какая красивая корзиночка. Вся в подсолнухах или ромашках. Тоже 25 на 19 и на 10. Очень красивая. Смотрите, какие расцветки есть. А у этих корзиночек еще вот такие расцветки есть.